Selznick International представляет Кэрол Ломбард и Фредерик Марч в фильме «Ничего святого». В ролях Чарльз Уиннингер, Уолтер Каноли, Зик Руман, Фрэнк Фэй, Трой Браун, Макси Розенблум, Маргарет Хэмилтон, Орен Хоуленд и другие. Композитор Оскар Левант. Монтаж Джеймс Ньюком. Автор сценария Бен Хетч. По мотивам рассказа Джеймса Стритта. Режиссер Уильям Велман. Продюсер Дэвид О. Селзник. Это Нью-Йорк, чемпион мира среди небоскребов. Жулики и всезнайки продают друг другу золотые слитки. И где истина разбивается о землю и снова возрождается, еще более фальшивая, чем глазной протез. Дамы и господа, когда в Morning Star узнали эту новость, я понял, что только два человека могут представить джентльмена, которого мы чествуем сегодня. Либо ваш покорный слуга, либо знаменитый журналист мистер Уоллес Кук, мой лучший друг и репортер Star. Да, я Star. Я хочу, чтобы мистер Кук произнес речь не только от имени Morning Star, но и от всего человечества и представил нашему почетному гостю наш грандиозный проект. «27 помещений для обучения и культуры, 27 арен для искусства, чтобы про Morning Star узнали все. Потому что за каждый вложенный нами доллар наш почетный гость пожертвует 10. Дамы и господа, для меня огромная честь представить вам человека с невероятно большим сердцем. Из прекрасной, великолепной восточной страны, султана Насуканда. Да пребудет с вами мир, друзья мои. Мир и благословение богов. Вот он. Это мой муж. Султан Morning Star оказался чистильщиком обуви. Султан в одежде, взятой на прокат. Эрнест Уокер – лучшая вакса в Гарлеме. Властелин чистит модные туфли. Что ж, мой прекрасный восточный властелин. Я не сдам вас полиции. Я внесу за вас залог, как за дворника. Спасибо, сэр. Я хочу, чтобы вы постоянно присутствовали в редакции и служили для моих репортеров и мистера Уоллеса Кука постоянным напоминанием об этом фарсе.
Да, сэр. Можно вопрос? Мистер Кук будет писать статьи? Я не хочу, чтобы он потерял работу. Он был добр ко мне. Мистера Кука никто не уволит, Ваше Величество. Ради его блага и блага Монингстар я просто уберу его из мира живых людей. Редактор отдела некрологов. Слушай, я не виновен. Этот черный чистильщик обуви провел меня так же, как и тебя. Я поверил всему, что ты мне сказал. Оливер, либо ты забудешь про этого комедианта, и все пойдет как прежде, либо я ухожу в другую газету. У тебя контракт со Стар еще на 5 лет. Ты не можешь сейчас уволиться. Хочешь стать безработным журналистом на весь этот период? Оливер, ты же не заставишь меня работать в отделе некрологов 5 лет. Так я и сделаю, мистер Кук. Ты не посмеешь. Я твой лучший журналист. Работаю больше всех. Это несправедливо, Оливер. Не по-человечески. Заткнись. Оливер, не хотел этого говорить, но газета загнивает, и ее могу спасти только я. Взгляни. Что это? Бедная девушка умирает от отравления радием. Мы об этом писали. Писали? Ты стареешь, Олли. Смотри, мы дали об этом 6 строк. Бедной девушке осталось жить всего несколько месяцев. Она обречена, ее ждет смерть. Что она чувствует? О чем думает? Радий разъедает ее кости. Не кричи на меня. Это не просто история, это фурор. Почему Стар не может о ней написать? Я тебе скажу, потому что меня по твоей прихоти сослали к бачку с питьевой водой. Дай мне шанс, Олли, помоги мне, и я реабилитируюсь. Я так потрясен, что задумался. О чем? О том, что, возможно, ты не самый последний идиот на Земле. О том, что, возможно, ты извлек урок. Оливер, я рад. Выезжай утром. Такую статью напишу, что пальчики оближешь. Вот моя рука. Я прошел через ад. За последние 3 недели я не мог зайти ни в одно кафе, чтобы меня не осмеяли. Это просто совпадение. Я подал тебе руку. Уходи. Реабилитируйся. Спасибо, ты не пожалеешь. Я напишу лучшую статью из всех, что ты публиковал, и ты будешь умолять, чтобы я у тебя работал. Варшава, штат Вермонт. Прочитали? Да. Знаете эту Хейзел Флэг? Да. Хорошенькая, правда? Да. Где она? В больнице? Нет. Значит, ходит по улицам, смеется, живет, развлекается. Да. Как вас зовут? Кулич? Нет. Вы не очень разговорчивый. Так как же? Ул. Мистер Вул, меня зовут Кук. Я из Нью-Йоркской Стар. Мне надо отправить от вас множество телеграмм. Не выйдет. Почему? В городе инспектор из Pentagon Watch. Он не хочет скандала в прессе. Сейчас он уехал, но может вернуться. Где найти доктора Даунера? Он не будет с вами разговаривать. Он ни с кем не разговаривает, кроме меня. Поезжайте домой.
Если не возражаете, я немного прогуляюсь и осмотрюсь. Я не привык разговаривать за здорово живешь. Простите. Я остановлюсь в Вермонте. Ладно. Доброе утро. Вы хозяйка? Да. Я тут гулял по вашему живописному метрополису. Можно присесть? Нет. Вы не так меня поняли. Нет. Знаете Хейзел Флаг? Да. А знаете, где ее можно найти? Вы из Нью-Йоркской газеты? Как вы догадались? Мне вас описали. Мне позвонил Уилл Вул. И не только мне, но и всему городу. Сначала тут шастали из Pentagon Watch, а теперь вынюхивают люди из Нью-Йорка. Ладно, сестренка. Сколько я вам должен? Ну, вы отняли у меня время. Большое спасибо. Простите, что отнял у вас время. Простите. Доброе утро. Доктор Даунар дома? Да. Его кабинет там? Да. Передайте, что его хочет видеть мистер Кук. Скажите ему сами. Доктор Даунар? Да. Меня зовут Кук, я из Нью-Йорка. Присаживайтесь, одну минутку. Неплохой денек. Да. Да. Что у вас, юноша, крапивница? Нет, что вы. Сейчас эпидемия. Вчера заболел Джордж Несс. Знаете его? Нет. Откуда вы приехали? Из Нью-Йорка. Я надеялся, вы мне скажете, где найти Хейзел Флаг. Из Нью-Йорка? Да. Знаете, что я думаю? Мне кажется, вы из газеты. Я чувствую, у меня на вас нюх. Простите, я открою окно. Сказать вам, что я думаю о писаках. Если рука Божия опустится в пучину грязи, то никого из вас не сможет спасти от деградации. Ни за что на свете. Вы слишком суровы к людям моей профессии. То есть не слишком, а чуть-чуть. Ничего подобного. Я совершенно беспристрастен. Но когда вас 22 года обманывают и надувают, то я имею право выразить свое мнение. Из Нью-Йорка. Да. Вы случайно не знаете газетенку «Morning Star»? Мистер Даунер, вы имеете честь разговаривать с лучшим ее представителем. Кто бы мог подумать? Вы из Morning Star. Ждите здесь, не двигайтесь. Я вам кое-что покажу, минутку. Слушайте, доктор, меня тошнит от этого городишки. Где я могу найти Хейзел Флаг? Не говорите мне Хейзел Флаг, ни слова. Вот улики. Я обращаюсь к вам как к умному человеку, доктор Даунер. Дайте мне адрес мисс Флэк. Не отнимайте у меня время. Прочтите. Это копия вашей статьи. Читайте, ну же. Баш на баш. Дайте мне адрес, и я буду читать эти вырезки всю ночь. Я принял участие в этом конкурсе с чистыми руками. Кто шесть самых великих американцев? Я их всех перечислил, как было сказано в газете. И что?
Я выиграл 10 тысяч долларов? Нет, сэр, я выиграл 5 тысяч. Может, вы выплатили мне какой-то жалкий приз в размере 1000 долларов? Ничего подобного, юноша. Вот что вы мне прислали, чек на 1 доллар, молодой человек, 22 года назад. Доктор Даунар, будь вы благоразумны, вы не хранили бы их 22 года. Я буду их хранить до самой смерти! Морнингстар могла завоевать мое уважение 22 года назад. Но они меня одурачили и унизили. Хорошо, но я докажу им, кто 6 самых великих американцев и кто достоин первого приза. В Африке я и то узнал бы больше. Знаете, кто присвоил эти 10 тысяч? Жена главного редактора. Доброе утро. Доброе. Не надо так драматизировать, Хейзел. Такое чувство, что вас распяли на кресте. Что поделать? Я могу умереть в любую минуту. Перестаньте запугивать себя мыслями о смерти. Согласно последним анализам, вы не умрете. Конечно, если вас не задавит машина. Что? Что слышали? Терпеть не могу повторять дважды. Значит, я не умру? Вы здоровы, как бык. И не отвлекайте меня, а то я порежусь. Я сейчас умру от счастья, доктор. Ну, уже не положено так себя вести в кабинете врача. К тому же из-за мыла вы стали еще бледнее, чем раньше. Вы спасли мне жизнь. Пустяки. Первый диагноз я поставил ошибочно. С такой экологией у нас у всех отравление радием. Я не плакала раньше, но сейчас не могу сдержать слез. Что ж, я лишь могу сказать, Хейзел, что мне вас искренне жаль. Простите. Я должен снять напряжение. Не знаю, чему я радуюсь. Вы испортили мне поездку. Какую, Хейзел? Если бы я не заплатила вам эти 200 долларов за диагноз, то не осталась бы в Варшаве, а поехала бы в Нью-Йорк. Так, вот она, благодарность. Я вырвал вас из лап смерти. Я даже не знаю, рада я или нет. Все смешалось. Скажите, вы сообщите об этом на фабрику? Они могут решить, что я их обманула. Я сделаю это немедленно, Хейзел. Хотя могу лишиться работы из-за того, что вы не умрете. Есть врачебная этика. Что ж, спасибо за беспокойство. Я вам очень благодарна. Получается, я два раза родилась на свет и оба раза в Варшаве. Мисс Флэг, простите, я Олис Кук из Нью-Йоркской Стар, я приехал к вам. Понимаю, вам трудно говорить, но... Я ничего не могу сказать. Слишком поздно. Я понимаю ваши чувства, но должен задать вам пару вопросов. Доктор Даунер только что сказал мне... Прошу вас, не плачьте, мне пришла в голову одна идея. Хотите поехать со мной в Нью-Йорк? Что? Как гостья Морнингстар. Можете пока не отвечать. Я ничего не говорю. Как сестра, как близкий мне человек, я увезу вас из Варшавы, живой или мертвый. Я всегда мечтала увидеть мир. Вы всю жизнь жили здесь? Две жизни. И не бывали в Нью-Йорке? Только с бабушкой, когда мне было 3, но я не помню. Я покажу вам город. Мы везде побываем. Вы увидите больше, чем за 100 лет в этом захолустье. Даже не верится. Значит, решено? Не знаю, мне неудобно перед людьми. Неудобно почему? Неизвестно, что скажут люди. Не будет никакой радости. Честно скажу, вы станете сенсацией. Вас примут с распростертыми объятиями. Все принесут на блюдечке. Вы будете жить, как Аладдин с волшебной лампой. И все это потому, что я умираю? Зачем так жестоко? Не поэтому. Вы станете символом мужества и героизма. Поговорим об этом в самолете. В самолете? Мы полетим на самолете? Конечно. У нас мало времени.
Простите, я имел в виду мало времени на развлечения. Знаете, я скопила $100. Благодаря Стару у вас будут миллионы. Идемте. Надо взять его с собой. Парня на велосипеде? Нет, доктора Даунера. Подождите. Вы не уйдете? Нет. Я ему скажу, подождете? Да. Хорошо. Инак! 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 Мне не нравится пейзаж с такого ракурса. Это статуя свободы. Я видел. Я связался с Оливером. Оливером Стоуном, моим редактором. Он сказал, что встретит нас. Он такой же милый, как вы. У Олли обаяние другого рода. Нечто среднее между людоедом и вервульфом. Но он славный парень. Хотя и на любителя. Вы нервничаете? Нет, нет. Я лишь надеюсь, что меня не будут осматривать эти врачи с усами. Я еду в Нью-Йорк не для того, чтобы стать подопытным кроликом. Все знают, что отравление радием неизлечимо. Так что зачем тратить на это время? Если дело в этом, то можете не переживать. Я начну волноваться только, когда у меня начнут выпадать зубы. Тогда можно переживать. Да, Инок? Это случится не скоро. Как вы себя чувствуете, Хэзл? Чудесно, капитан. Ну вот, прилетели. Нью-Йорк во всей красе. Мистер Кук? Да, спасибо. Это от Оливера. Он волнуется в 10 раз сильнее, чем перед демонстрацией рабочих. Нью-Йорк скоро пойдет к вашим ногам. Оливер пригласил оркестр и телевидение. Ну что, Хейзл, хотите что-нибудь сказать, пока все не началось? Я чудесно проведу время. Что бы ни случилось, даже если мне придется страдать, я рада, что я здесь. Рада. Это растрогает их до слез. До слез? Почему? Потому что вы самая храбрая девушка на свете. И это не притворство. Смотрите. Привет, Хейзл. Нью-Йорк приветствует обреченную девушку. Хейзл вручат ключи от города. Установила новый эталон мужества, сказал мэр. Знаменитый поэт ищет вдохновение в болезни Хейзл Флэг. Она смеется на пороге смерти, ее сердце поет у врат судьбы. Переверните страницу. Сегодня здесь обедала мисс Хейзл Флэг. Не перевозбуждайтесь, это фарс. Что вы сказали? Я говорю, не перевозбуждайтесь, это фарс. Что фарс? Это борьба. Настоящий там только гонг. Этот? Это символ города, все притворство. Борьба, любовь, слезы, сплошная фальшь. И первый притворщик я. Нет, не говорите так. Я использую вашу болезнь, чтобы писать передовицы. Зарабатываю доллары на вашем несчастье. Я такой же, как они. Не переживайте. Вы и Монинг Стар просто чудо. Это платья, рестораны, театры.
Вы выглядите такой счастливой. У меня сердце разрывается. Все в порядке? Да, все хорошо. Дамы и господа, я только что узнал, что в зале присутствует мисс Хейзел Флэг. Я прошу уважаемую публику почтить 10 секундами молчания нашу храбрую мисс Флэг. Можно, мальчики. Если бы я задала вам личный вопрос. Для этого я здесь и нахожусь. Задавайте. Фал отвязался, поправьте. Там, на носу? Да, моя морячка, да. Не свалитесь за борт. Я кое-чего о вас не знаю. Например? Вы женаты? Ответ из 3 заглавных букв – нет. Нет? Нет. Понимаю. Я думала, все журналисты женаты. Только после 40 или 50. Это опасный возраст для журналиста. И идеальный для того, чтобы пасть жертвой пожилой официантки. Но есть и светлая сторона. Я жду. Чего? Когда прозвучит сигнал тревоги, означающий, что начался пожар. Какой пожар? Любви. У нас в Варшаве так не говорят. Да, из-за цензуры. Казино «Модерн». Звезда вечера Хейзел Флэг. Вам весело? Да, просто задумалась. В прошлый раз, когда я пришла в театр, все сразу скисли. А я хотела видеть веселые лица. Перестаньте! Я был очарован Нью-Йорком и знаменитостями. Танцы на улице, неоновые вывески в центре. Но мне претит притворная шумиха вокруг вас. Я рада, что она притворная. Все будет хорошо. Я в том смысле, что не хочу заставлять других людей страдать. Олли, Олли, у того мужчины заболели зубы. Приветствую вас, почтенная публика. Сегодня среди нас девушка, которая переживает необычную драму.
к нашему сожалению. Но, несмотря на это, на ее прелестном личике играет обворожительная улыбка. Она вся наполнена яркими звуками жизни. Пейте вино, друзья, и аплодируйте. Для этой обреченной девушки скоро прозвучит песня. Прощальная песня с прелестной улыбкой на губах. Шоу продолжается, друзья мои. Перед вами выступит не знаменитый хор с Бродвея, а всего лишь небольшой хор, который от всей души исполнит песню в честь этой храброй девушки, очаровательной, юной героини Америки, мисс Хейзел Флэг. Говорят, нет ничего веселее поминок. Прошу вас, не надо слов. Следующий номер нашей программы, дамы и господа, называется «Исторические героини». Екатерина Великая спасла Россию. Ей это удалось. Леди Годива спасла свою добродетель. Поприветствуйте ее. Бригитта спасла свою колонию, пожертвовав свой палец. Покажи им палец. Покахонтас спасла капитана Джона Смита, а потом научила его языку индейцев. А теперь, дамы и господа, я хочу вам представить девушку из Варшавы, Вермонт. Эта отважная амазонка продолжает улыбаться на пороге смерти, заставляя каменное сердце города обливаться горючими слезами. Я смиренно прошу ее занять место среди величайших героинь в истории. Собственной персоной мисс Хейзел Флэг. Земля приветствует Хейзел Флэг. Смотрите, с Хейзел что-то случилось. Хейзел, скажите что-нибудь. Отойдите, юноша, я сам. Ну что, как она? Доктор, я готов к худшему. Не щадите наши чувства. Мы немедленно это напечатаем. Шансов нет, доктор. Я ждал нечто подобное. Унесем ее отсюда.
Прошу всех занять свои места. Успокойтесь, усаживайтесь. Не надо суматохи. Шоу должно продолжаться. Хейзел к этому готова. Хейзел упала в обморок. Вы мне отвратительны, Хейзел. Напиться во время панихиды. Вы свалились, как бурдюк. Я не напилась, просто немного расслабилась. Да еще все эти буйволы вокруг. Это были не буйволы, а лошади. Лучше бы я умерла. Перестаньте хныкать. А если бы вас увидели уважаемые люди, было бы ужасно. Как не стыдно. Снимайте чулки. Доктор, снимите их сами. Эй, что вы делаете? Что бы ни случилось, мы должны это напечатать. Тебя только это волнует, недоумок? Душещипательные заголовки? Бедняжка свалилась замертво среди табуна лошадей и продолжала улыбаться. Не трать слова на меня. Оливер, это самая прелестная девушка на свете. Да, ты это уже говорил, Уолли. С меня хватит. Я больше не могу играть похоронного агента. Я увольняюсь. Все в порядке. Спит, как младенец. Нет, вы уверены? Будто ничего не случилось. Утром она будет здорова, как корова. Утром. Утром. Господи, мисс Раферти, мисс Раферти. У меня голова раскалывается. Алло? Я ни с кем не хочу разговаривать. Одну минутку. К вам пришли 20 ребятишек. Хотят для вас спеть. Мистер Стоун приглашал их вчера вечером. Это ужасно, я сойду с ума. Пусть придут. Пропустите их, сэр. Господи, как будто у меня в голове пила. Можете идти, мисс Раферти. Я вам кое-что принес. Сырые яйца. То, что вам нужно. Прекрасное средство от похмелья. Выпейте все. Это от живота. Ну же, у меня их дюжина. Всем пьяницам так плохо. Хейзел, в медицине это называется похмелье. Неужели есть что-то хуже совести? Пейте яйца, и ваша совесть успокоится. Как мне плохо. Я измерю вас пульс, Хейзел. Не трогайте меня! У меня нормальный пульс. Я совершенно здорова. Тогда хватит ныть. Это все из-за вас. Как я хочу, чтобы у меня было отравление радием, чтобы я так не страдала. Почему вы страдаете, Хейзел? Из-за Уоллеса, мистера Кука. Из-за него? Выпейте яйцо. Он прекрасный журналист. Мистер Стоун обещал ему дать за меня премию. Премию! Они задолжали мне 10 тысяч долларов, но я не жалуюсь. Ему-то что волноваться? Я думала, это поможет ему в карьере, но нет. Вы представляете, что будет, если все узнают, что я здорова? Во всем обвинят его. Наверняка уволят из газеты, а потом линчуют. Вот увидите. Зачем вы отпустили меня в Нью-Йорк? Вы думали только о себе. К мисс Флэг пришел мистер Кук. Сможете с ним поговорить? Да, одну минуту. Пусть войдет. Войдите. Привет, Хейзел. Привет. Здравствуйте, доктор. Ничего, что я без предупреждения. Последние недели она держится молодцом. Я рад, что вам лучше. Мы волновались.
Простите. Я не стал бы вас беспокоить, но я уезжаю и хотел вас увидеть. Уезжаете куда? Всего лишь в Олбани. Зачем? Повидать губернатора. Уоллес, какие у вас дела с губернатором? Вам нельзя волноваться. Если это касается меня, я должна знать. Это насчет организации, Хейзел. Какой организации? Похорон. Каких похорон? Ваших. Я вас шокировал? Нет. Всех когда-нибудь ждут похороны. Но не такие, как у вас, дорогая. Я хотел устроить вам сюрприз. Будет лучше, если вы расскажете мне заранее, чтобы я успела привыкнуть. Надеюсь, похороны будут скромными? Боюсь, это невозможно, Хейзел. Уже зарегистрировали 30 тысяч автомобилей, а за гробом пойдет не меньше миллиона человек. О, Боже. Вы такого и представить не могли. Оливер хотел пригласить президента, но тот еще на рыбалке. Вместо него я пригласил симфонический оркестр. Если все готово, зачем ехать в Олбани? Мне пришла в голову одна идея. Я хочу, чтобы по этому случаю губернатор объявил выходной день. Как в день Святого Валентина. Я рад, что сказал вам об этом. Хейзел, я хочу, чтобы вы знали все. Я вами восхищаюсь. Прошу вас, не говорите так. Вы надолго уезжаете? К вечеру вернусь. У меня есть еще один сюрприз, но я вам не скажу. Я хочу знать. Ладно. Я обещал вам не делать этого. Не делать что? Звать другого врача. Хейзел, я знаю, что вы доверяете Иноку, но я нарушил слово. Сегодня вечером приедет доктор Эмиль Эгельхофер. Он из Вены. Я попросил его вас осмотреть. Зачем? Хейзел, он лучший в мире специалист по отравлению радием. Я знаю, что это неизлечимо, но когда я узнал о нем, то позвонил. Второй шанс есть всегда, даже один на миллион. Простите, мне надо бежать, чтобы успеть на поезд. Хейзел, я знаю, что это бесполезно, но надо надеяться. Пока. Пока. Простите. Там внизу ждут дети. Какие еще дети? Которые пришли петь. Инок, все кончено. Ни о чем не спрашивайте, просто слушайте. Сегодня приедет доктор Эгель, его позвал Олли. Вам нечего бояться, что здесь будут ошиваться другие врачи. Выпейте яйцо. Есть лишь один выход. Только так я спасу вас, себя и Олли. Я покончу с собой, пока меня не разоблачили и не повесили. Выпейте яйцо. Молчите. Я оставлю письмо жителям. Всех поблагодарю. Вы отвлечете сестру, а я прыгну в реку. Меня увидят и позовут вас, чтобы вы меня выудили. Я уплыву под водой, сменю имя и буду скрываться до конца жизни. Я никогда его не увижу. Без меня всем будет лучше. Всем. Перестаньте!
Привет, дорогая. Это Эрнест. Какие цветы ты любишь? Не волнуйся, они по одной цене. Скоро увидимся. Готовься, дорогая. Дайте Morningstar, быстрее. Кто покончил с собой? Читай письмо. Дорогой город Нью-Йорк, прощай. Помни, что ты сделал меня счастливой. Мне все понравилось. Единственное, чем мне осталось наслаждаться, это твоей рекой, которая течет под моими окнами. Легко умирать, когда сердце наполнено благодарностью. Хейзел Флэг. Привет, Оливер. Выходной будет? Губернатор согласился. Заткнись. Все отменяется. Она нас предала. Кто? Мисс Флэг. Обратилась в другую газету? Прыгнула в реку. Слушай, недоумок, что ты выдумываешь? Хейзел Флэг покончила с собой. Я не верю. Эрнест прочитал мне предсмертную записку. Он вышел из отеля 5 минут назад. Мэра, срочно. Звони губернатору. Скажи, что выходной нужен завтра. Найди могильщиков. Губернатор никуда не денется. Алло, мэр, Олис Кук и Стар. Хейзел, я здесь! Раз, два... Хейзел, стой! 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 Дурочка, что на тебя нашло? Что ты задумала? Конечно, все в порядке. Но я не умею плавать. Оли! Дайте руку. Оли! Держитесь. Неплохой спектакль с купанием вы устроили. Почему вы не в Олбани? Спрыгнуть с пирса, как кузнечик. Это вы меня столкнули. Думаете, вам поверят? Не кричите на меня. Дайте мне слово, что сколько бы вам ни осталось. Оли, думаете, я хотела, чтобы из-за меня прочесывали дно и вытаскивали из реки? Купание пошло вам на пользу. Идемте поговорим. Куда? Куда угодно. Входите. Какой вы холодный. Еще злитесь на меня? Я злюсь на себя. Зря я рассказал вам про похороны и расстроил вас. Если честно, я ничуть не расстроилась. Я хотела бы провести с тобой остаток жизни. Хейзел, выйдешь за меня? Что? Что слышала? Выйдешь за меня? Уоллес. Ответь. Дорогой, у нас нет будущего. Не говори так. Какое мне дело до будущего? Ну, думать о будущем нормально. Прошу, ни о чем не спрашивай. Поцелуй меня еще раз. Я не хочу портить тебе жизнь.
Наша жизнь, черт возьми, лучше, чем у других. У нас есть столько прекрасных воспоминаний. Не каждому так везет. Нам есть что хранить и помнить. Я буду с тобой, Хейзел. Буду до самого конца. Мы с тобой будем жить вечно. Ты будешь жить в моем сердце. Поцелуй меня. Вы видели девушку, которая прыгнула в реку? Да, она здесь. Хорошо. Джим, дай респиратор. Не нужен респиратор. Она отлично дышит. Я отвезу тебя в отель. Да, машина там. Мы вас отвезем. Спасибо. Не за что. Спасибо. Не за что. Не за что. Что ж, похоже, мы поедем с огоньком. Поехали, Джим. Джим? Гони, Джим. Мне пора. Надо написать статью для Оливера. Я плохо о нем думал. Когда я сказал, что ты жива и здорова, он потерял дар речи. Как это мило. Что ж, увидимся утром. Приятных снов. Пока. Подожди. Это был большой пожар. Я хочу, чтобы ты навсегда запомнил это. Самый большой пожар со времен Рима. Так. Привет, Хейзел, входите. Я-то гадал, что с вами случилось. Инок, кто этот человек? Зачем он здесь? Он приехал из Европы. Зашел поболтать. Мы говорили на медицинские темы. Простите. Знакомьтесь, это мисс Хейзел Флэг. Мистер... Как вас зовут? Эгельхофер. Доктор Эмиль Эгельхофер. Доктор Эгельхофер. Думаю, я вас слышал, доктор. Инок, сядьте. Утром на корабле я получил радиограмму, мисс Флэг. Меня, как профессионала, ваш случай заинтересовал. Я сразу же приехал. Это мои коллеги. Прошу, господа. Эту девушку зовут мисс Хейзел Флэг, доктор Освальд Фунш из Праги. Доктор Феликс Марачевский из Москвы. Доктор Фридрих Кюссельмайстер из Берлина. У этой девушки нет никаких признаков, ни головокружения, ни одного симптома отравления радием, мистер Столм. У нас были с этим неприятности в Вермонте. Но мы сделали рентгеновские снимки. Вы уверены, что осмотрели того, кого надо? Не какую-то мошенницу. Единственная мошенница тут, мистер Стоун, девушка, которую мы осмотрели. И зовут ее Хейзел Флэг. Вот подробный отчет об осмотре. Рентгеновские снимки скелета девушки, известной как Хейзел Флэг. А вот, мистер Стоун, мой счет.
наш счет. Уверяю вас, ни я, ни мои коллеги не написали бы ни единого слова об этой обманщице. Прощайте. Вам не о чем беспокоиться, мистер Стоун. Ваши неприятности закончились. Пришлите ко мне 4 головорезов из типографии. Эта чушь про мисс Хейзел Флаг не вызывает ничего, кроме жалкого подобия улыбки. Держись крепче за стул. Мисс Флаг вчера стала невестой. Пожелай мне удачи, недоумок. Я знаю, это звучит истерично, жениться на женщине, которой осталось жить пару недель. Медовый месяц с гробом у входной двери. Но все решено, Оливер. Что с тобой? Будешь моим шафером? Ты еще сердишься? Хотя бы поздравь меня. Что тебя гложет? Я сижу тут, мистер Кук, и пытаюсь понять, постигало ли невинного человека худшее несчастье со времен Иуды Искариота? О чем ты? Какое несчастье? Я сижу тут, мистер Кук, и с наслаждением думаю, как вырву вам сердце и растопчу его, как оливку. Оливер, ты не в себе, я принесу воды. Ты разорил меня, разорил Моллингстар. Ты навеки опозорил честное имя журналиста. Ты и твоя так называемая Хейзел Флаг. Извинись, Оливер, и побыстрее. Извиниться? Извиниться? Посмотри. Посмотри на этот скелет. Все кости на месте. Позвонки все до одного невредимы. Читай. Можешь в него высморкаться. Это Хейзел Флаг, мошенница века. Лживая, вероломная ведьма с душой змеи и сердцем тарантула. Значит, она совершенно здорова? Боже милостивый, поверить не могу. Это чудо. Живо поезжайте в отель «Волдорф» и привезите мисс Флэг в этот офис. Если надо, притащите за волосы. Если ты ее хоть пальцем тронешь, ты труп. А ты останешься здесь и следи за каждым ее шагом. Чтобы Хейзел Флэг была в этом офисе через полчаса. Ты останешься здесь. Нет, ты ее не тронешь. Заткнись. Я на ней женюсь. Отзови своих головорезов. Оливер, имей в виду, я ее люблю. Час от часу не легче. Я на коленях молил Бога, чтобы она не умерла. Лучше моли на коленях Бога, чтобы весь город не смеялся над нами, опозорились на весь мир. Тут не над чем смеяться. Это похлеще французской революции. Надеюсь, я буду, когда здесь это случится. И перед тем, как взойти на гильотину, я произнесу перед читателями речь. Скажу, чтобы мы оказали им услугу. Дали им возможность увидеть, как лживые сердца источают притворную доброту. Как тебя зовут? Меня? Макс. Я хочу тишины в этом офисе, Макс. Тише, я думаю. Хейзел Флаг обманщица. Убей его. Пока ты не зашел слишком далеко, помни, что ты ни при чем. Ты попался в сети так же, как остальные. Ты хотел привлечь читателей и продать им газету. Хватит болтать попусту. Пока я не прикончил эту ужасную женщину, знай, Оливер Стоун в 4 раза хуже, чем отравление радием. Алло? Алло? Кто? Нет, какой Мо? Кто это Мо? Лавинский? Это мой брат, вы отправили его к той девушке, помните? Мо, слушай. Что, чего? Чего вы ждете? Тащите ее в офис. Это приказ. Перестань мямлить. Говори. Он заикается, мистер Стоун. Я сам с ним поговорю. Если он волнуется, ничего не разобрать. Алло, Мо. Это Макс. Что скажешь?
Какая жалость. Ну что? Подождите. Продолжай, Мо. Не волнуйся. Не может быть. Мо, подожди, я передам это мистеру Стоуну. Ну? Он спрашивает, как вызвать врача. Девушка больна. Кто болен? Та девушка, Хейзел Флэг. Это ложь. Слушай, Макс, спроси, чем она больна. Он сказал что-то вроде белой горячки. Может быть, я не расслышал. Там есть сестра. Минутку. Алло, Мо. Алло, Мо, это Макс. Твой брат, Макс. Он нервничает. Не переживай, Мо. Я лишь хотел сказать, что там есть няня. Нет, не нюня, а няня. Медсестра, точно. Дай трубку. Сейчас. Дай трубку, я сказал. Медсестра. Мисс Раферти. Оливер Стоун. Предупреждаю, она притворяется. Температура 41, умирает. Измерьте еще раз температуру. Я ей не верю. Позовите врача. Нет, не доктора Даунера. Если он появится, пусть Мо сразу его выставит. Дайте трубку Мо. Пневмония? Это рука Божья, правда? Слушай, Мо, никого не выпускай из комнаты, пока я не приеду. Никого не выпускать ни живых, ни мертвых. Ясно? Мы сбежим гильотины. Но на этот раз я никому не верю. Я не могу рисковать. Алло, алло, соедините с доктором Эмилем Эгельхофером из Вены. Где бы он ни был, позвоните в отель. Слушай, Оливер, я еду к ней. Если попытаешься меня остановить, я все равно поеду, даже если придется меня убить. Никто тебя не остановит. Девушка больна. Твое место рядом с ней. Да, доктор Эмиль Эгельхофер из Вены. Позвоните в больницу. Обзвоните все бары города. Я не хочу видеть мэра. Уведите отсюда мэра. Мне нужен Олис. Олис, где ты? Хватит притворяться. Нельзя терять времени. Оли, Оли, я вся горю. Замолчи и слушай меня. Через 15 минут приедет Эгельхофер. Эгельхофер. Доктор Эмиль Эгельхофер из Вены. Я знал, что ты притворяешься. Я знала, что ты меня спасешь. Я сунула термометр в горячую воду. Оли, ты меня ненавидишь. Я знаю, что ненавидишь. Я чувствую. Хватит причитать. Ты же не допустишь, чтобы случилось ужасное. Замолчи и слушай меня. Ты меня ненавидишь? Молчи, где горячая вода? В ванной. Мог бы догадаться. У тебя два термометра? Три, Оли, три. Хватит двух. Ты никогда меня за это не простишь, Оли. Я хочу умереть. Больше не хочу жить. Ты здорово повеселилась, выставив меня на посмешище. Где второй термометр? Здесь. Олис Кук, король дураков, попался на удочку мошенницы. Я не хотела тебя обманывать. Заткнись, ради бога, и слушай меня внимательно. Эгельхофер уже едет. С бандой? С какой? Он притащил с собой кучу врачей. У них были микроскопы, стетоскопы. Я сдаюсь. Вставай. Нет, пусть меня арестуют и посадят в тюрьму. Это лучше, чем знать, что ты ненавидишь меня. Слушай, мой умирающий лебедь, сейчас не время останавливаться. У тебя должна быть пневмония. Хочешь сказать, что я должна простудиться? Это слишком долго. Надо довести пульс до 160. И чтобы через 5 минут тебя прошиб холодный пот. Как? Не знаю. Драка, драка, вставай, вставай. Далила, поднимайся. Мне надоело притворяться и лгать. Возьми себя в руки и дерись. Нет, что толку? Какой смысл дальше притворяться? Потому что я люблю тебя. Потому что хочу на тебе жениться. Не хочу, чтобы ты провела медовый месяц в Синг-Синг, гуляя по тюремному двору. Хватит валяться, ты должна пропотеть. Ну же, давай, маленькая мерзавка. Давай! Кто тут мерзавка? Ах ты, жалкий писака! Ну же, крошка, давай, двигайся! Я тебя убью! Ты обращаешься со мной, словно я последняя дрянь с голубой ленточкой. Голубая — это чересчур. Только желтая, с надписью «Обманщица». Я? Обманщица? Обманщица? Сам хорош. Ты и твой редактор сами меня в это втянули.
Вот тебе за исторических героинь! А это тебе за кровавую Мэри. Давай, маленькая лгунья! Я тебе этого не прощу! Ненавижу тебя, ненавижу! Так-то лучше. Ненавижу! Я ненавижу тебя! У тебя есть на то причина. Я могу упечь тебя за решетку на ближайшие 50 лет. Ты получишь за все. За обман, за ложь, за мошенничество. До самой золотой свадьбы. Да, я ударю тебя разок. Да, давай. Так, давай, давай. Быстрее, быстрее. Бей быстрее, быстрее. Двигайся. Молодец, молодец. В чем дело? Давай. Я устала драться. Да? Хорошо, хорошо. Слушай меня внимательно. Когда ты придешь в себя, я хочу... Что значит «приду в себя»? Когда к тебе вернется сознание, ты должна поменять термометры. Горячий вложишь в рот, ясно? Да, да. Да я тебя ударю один раз. Только один раз. В челюсть. Мне все равно, что будет. Ладно, давай. Лифт приехал, не забудь про термометр. Да, да. Пожелай папочке спокойной ночи. Да. Что ты собираешься делать? Неплохая драка, Уолли. Значит, ты все видел? С самого начала, мистер Кук. И ты мне позволил убить беззащитную женщину? Да, мистер Кук. Где твое благородство? Мое благородство? Разве не вы опозорили газету, мистер Кук? Вы! Это другое. Я ее люблю. Воды. Воды. Я вся горю. Воды. Можешь остыть, Хейзл. Вставай. Что? Вставай. Хочешь сказать, что все было зря? Мне жаль. Ты еще не знаешь Оливера Стоуна. Если это мошенница... Не лезь не в свое дело. Уолли. Да, дорогая. Оля, я не хотела, не хотела. Я люблю тебя, люблю. Объясни, я хочу понять. Знаете ли вы великие газетные традиции? Вам известно, что значит нести светоч журналистики от высших эшелонов до посыльных в любой газете, мисс Флэг. Главное... Честность. Я прав, Оли? Разумеется. Я слышал эту речь 10 лет назад на конференции в Кливленде. Помнишь? Говорите, что хотите. У меня свое мнение. Что? С меня хватит. Что значит хватит? Во всем сознаюсь, вернусь на работу. Там меня любят, не бьют в челюсть и не сталкивают в реку. Вы не можете сознаться. Вы понимаете, что нас читают самые важные жители этого города. Вы получили специальное приглашение от Morning Star. Зачем? Чтобы стать послом жителей Нью-Йорка и всего мира. Сказать им последнее слово. Например? Сейчас не время для сарказма, Уолли. Ты меня в это втянул. Ты выпутывай. Шевели мозгами. Мои заело. Где доктор Даунер? Где этот чертов докторишка? Он развлекается. Он нам пригодится. Бросим его волкам. Когда он нужен, его никогда нет. Есть идея. Мы ее похороним. Как делают в Индии. Как йоги. Мы ее закопаем, проведем трубочку, чтобы дышать. А утром откопаем целую невредимую. Даже не думай об этом, Оли. Стой, остановись. Я обманщица. Я вас обманула. Я никогда не умру. У меня не было отравления радием. Ничего не было. Я хотела поехать в Нью-Йорк, поэтому я вас всех обманула. Обманула. Вот так. Мистер Стоун, это правда? Да.
Это ужасно, ужасно. Я жалел эту девушку, поддержал ее, вручил ей ключ от города. А скоро выборы. Вот ваш ключ, он мне не нужен. Мисс Флэг, я представляю 100 тысяч больных девушек. Мы изменили курс обучения с угрозы коммунизма на исцеление от чумы. Мисс Флэг, молодежь Нью-Йорка организовала профсоюз Хейзел Флэг, и я его председатель. У нас уже 4 тысячи членов. Если вы будете упорствовать, то после такого выздоровления молодежь Америки останется без покровителей. Дамы и господа, Morningstar зависит от читателей. Никто не должен ничего знать. Отпустите меня, Оливер. Я хочу умереть в своем доме в одиночестве, как слон, как слон! Хейзел ушла. Дорогой Нью-Йорк, нам было хорошо вместе, тебе и мне. Но все хорошее когда-то кончается. Поэтому я ухожу, чтобы встретить смерть в одиночестве, как слон. Искренне твоя, Хейзел. Похороны Хейзел прошли сегодня с огромным успехом. Стоун. Довольны, мистер Кук? Довольна, миссис Кук? Знаю, вы решили, что я Хейзел Флэг. Не надоело, что люди путают меня с этой обманщицей? С обманщицей? Не смейте называть Хейзел Флэг обманщицей. Она была самой отважной девушкой на этой земле. Несмотря ни на что, люди никогда не забудут Хейзел Флэг. Этого я и боюсь. Не волнуйся, дорогая. Через 2 месяца все забудут, кто такая Хейзел Флэг. Найдут другого слона. Дорогой, меня знал и любил весь Нью-Йорк. Любил за храбрость, отвагу, улыбку на пороге. Я была важной персоной. Просто плесень на улицах Манхэттена. Они уже стали терять терпение, ожидая, когда ты умрешь. Это ложь. Миллионы людей плакали при мысли обо мне. Не обманывай себя, Хейзел. Ты была очередным уродцем, как бородатая женщина или Джордж с собачьей мордой. Не смей! Хейзел! Хейзел! Что, Инок? В чем дело? Хейзел! Хейзел! Спасайтесь! Спасайтесь! Корабль тонет! Тонет! Фильм переведен и озвучен по заказу...